Обычный спор перерос в настоящий фаер-баттл. Воскреснуть ночь определили короля огня. Разногласие между двумя профессионалами фаер-шоу превратилось в праздник для сотен других горожан. До глубокого вечера нижнекамцы наблюдали за схваткой Евгения Исмайла и Раиля Нигматова. Хрупкая на первый взгляд, но с огоньком внутри, Евгения Смайла занимается фаер-шоу больше 7 лет. Отнюдь небезопасное увлечение стало смыслом жизни. Занимаюсь на профессиональном уровне, у меня 3 команды, мы работаем по всему Татарстану. Изменила полностью, я не представляю своей жизни без фаер-шоу. Лучшего фаерщика Нижнекамска выбрали горожане. По итогам 3 баттлов «Королевы огня» стала бесстрашной Евгения Смайла. Все полностью нравится, вообще все идеально, все супер, организаторы вообще молодцы. Может, все фаер-шоу понравилось, только из-за него пришли сюда посмотреть. В первую очередь пришел посмотреть на фаер-шоу, получить эстетическое удовольствие от этого. Зажигательные танцы стали не единственным сюрпризом для нижнекамцев. Научные фокусы показал волшебник Тесла Шоу. Праздник не обошелся без автозвука, стритрейсеров и байкеров. Аделия Саттарова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.